Привет, с вами Влад. Сегодня я вас научу, очень быстро научу вас вот такой тасовке. Кажется, что это сложно, но это все вообще не так вот. Это вообще очень даже просто. Для начала нам нужно освоить хват. Это, смотрите, вот у нас 5 пальцев, да? Загибаете первый и второй, у вас остается 3 пальца. На эти 3 пальца вы кладете колоду. Потом большой палец. И указательный открывайте. Большой кладите сюда, указательный сюда. То есть вот такой вот у нас хват. 3 внизу, 1 посередине, 1 наверху. Вообще вот так вот. И разделять. Но чтобы вам было легче, сделайте вот так вот. Как обычный хват сделайте, только этот палец вот сюда, чтобы напружинить его сильнее. Так как это пластиковая карта, это тяжело. Вот. И отделяйте примерно половину на глаз. Придерживайте все это дело также 3 пальцами. Ну вот, отделили, допустим, да? И просто вот так вот ее берете. И также берете большой палец и делаете ее точно в такой же хват. Вот. Симметрично, чтобы было. И после этого вам нужно освоить вот так вот, чтобы так вот слисывать карты и не падали. После этого просто соединяйте их и все. Так, вот давайте еще раз на скорости это все покажу. И перейдем к следующему. Так, выглядит это на скорости дело вот так вот. Вот, мы перемешали колоду. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно сделать вот так вот. Как это делается? Опять же, повторюсь, с бумажными картами это делать вообще неудобно. Я бы сказала, даже невозможно. Итак, отделяйте карты. Смешивайте их. У нас получается с вами вот такая вот конструкция, которая лежит у нас вот так вот в руках. 4 пальца тут. Держат ее с боков. И 2 вот так придерживают. Нам нужно просто вот нагнуть ее и держать пальцы. И после этого вы потихоньку выпрямляете пальцы и расслабляете их. И карты сами слистываются. Так, давайте еще раз покажу. Берете в такой хват. Слистываете, забираете. Смешиваете. И складывайте и расслабляйте пальцы. Вот такая прикольная тасовка. А с вами был Влад. И это были фокусы от Фасольки. Всем пока.